Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы решили послушать, в свете того, что у нас с вами не особо творится в эту весну, мы решили вспомнить старого доброго Оксимирона и послушать его треки. Старые добрые его треки. Вот я знаю, что вот этот трек мне не зашел. Давайте узнаем, зайдет ли он мне в этот раз. Я все-таки слушаю вашу музыку, меняюсь, делаю какие-то выводы или наоборот. Ну, мне кажется, что я вообще очень сильно уже в вашей музыке и в вашем творчестве, и я вас гораздо больше понимаю, чем 5 лет назад и даже чем год назад. Поэтому давайте начнем с Оксимирона. Вы, если вы посчитаете, что это здорово, что мы будем слушать старые треки, даже те, которые я слушала, да, и если вы поддерживаете это, то пишите вот именно под этим видео, что бы вы хотели из старого доброго послушать, и я послушаю, возможно, оценю уже по-другому, потому что я не знаю, как я оценила в прошлый раз, я просто знаю, что мне он не понравился, ну и только, вот. А также напоминаю вам, что наш канал теперь можно посмотреть на Рутубе, и то, что моя, что я написала книгу, которая выложена на Литрес, заходите по ссылке в описании, скачивайте, читайте и делитесь с друзьями. Мне очень нужна ваша поддержка. Итак, ЛСП, Оксимирон, «Безумие». Я честно даже не помню, что в моем бланте. Бомбей, тусин, Бакарди, даже не знаю, что в моем спрайте. Эта сука тоже не знает, что в ее спрайте. Она кричит, хватит, но мне не хватит. Я срываю с нее платье, и мы оба впадаем в безумие. Безумие. Мы оба впадаем в безумие. Безумие. Мы часто впадаем в безумие. Безумие. Оба впадаем в безумие. Кис-кис-кис-кис-кис-кис, кругом я морский кот. Кэс-кэс-кэс-кэс, слабая сквозь пальцы течет. Течет куда? Течет мой спрайт, течет мой джин. Тает в моих легких как дым, который я передам малышке с обложки Максим. Наверное, это мой рай. А внутри нее так жарко, как будто я в самом жерле безумия. Снисходителен к жертве безумия, но хочу видеть внизу ее. Навык высшего уровня, словно она совершенно беззубая. Она знает, как освободить всех моих пчел из улья. Если это рай, почему я помню все, что было завтра? И не знаю, что будет вчера. Почему вся моя жизнь — это череда стоп-кадров разных сортов одного дерьма? Я зажигал, ко мне нужен газ. Я NBA, мне нужен спрайт. Я Аладдин, мне нужен джин. Я B.I.G, готов умирать. Я честно даже не помню, что в моем бланте. Бомбей, тусин, Бакарди, даже не знаю, что в моем спрайте. Эта сука тоже не знает, что в ее спрайте. Она кричит, хватит, но мне не хватит. Я срываю с нее платье, и мы оба впадаем в безумие. Безумие. Мы оба впадаем в безумие. Безумие. Мы часто впадаем в безумие. Безумие. Оба впадаем в безумие. Лет 19, но пиздей, что сверхамикадзе. Я много чего видел в этой долбанной жизни, малышка. Прости, что нету рекомендаций. Эти советы не в кассу, от цинизма нету лекарства. Я мало что умею хорошо в этой жизни, малышка. Разве что делать рэп и ебаться. Чай с моли, ай, коли, ти тайм, улетай, коли, рай в коле. Коли мир срубил тебя под корень, время уходить в гуляй поле. Дай волю, я бы мог тебя раскрепостить. Но тогда собирайся расти, тебя хватит подъездного пластика. Бездны естественной страсти, опасный пластит. По тебе, крошка, заметно. То, что ты хочешь делать, все, что запретно. То, что с тобой не делал прошлый бофренд, а позапрошлый бофренд считал, что пошло и вредно. Чтоб до дрожи в коленках, чтоб рот залепить, тебе твой громкий пришлось
изолентой. И ты блефуешь, но что ты возьмешь, когда Морфеус выбрать предложит таблетку, а? Ты всегда на расхват, и чё? Я точно так же, мы сможем попробовать больше, если ты самодостаточно. Знай, в этом городе самых достаточно, yeah. Есть купюры в руках, не купюры в словах, для цензуры в пизду её. Я смотрю на тебя, ты глядишь на меня, искра, буря, безумие. Я честно даже не помню, что в моем бланте. Бомбей, тусин, Бакарди, даже не знаю, что в моем спрайте. Сука, даже не знаю, что в моем спрайте. Она кричит, хватит, но мне не хватит. Я срываю с нее платье, и мы оба попадаем в безумие. Безумие. Мы оба попадаем в безумие. Безумие. Мы часто попадаем в безумие. Безумие. Вот знаете, ну я как бы сейчас пыталась оценивать этот трек, ну со стороны то, что я не знала, да, что в смысле, что мне не нравилось, и я думала, ну сейчас я скажу круто. А не сказала, и мне опять не понравилось. Вот знаете, вот ЛСП, он как-то размазал этот трек, а Оксимирон, у него всегда все почетче, он такой порезче и понаглее. И вот как бы партия Оксимирона, если бы он был один, возможно, было бы лучше. Вот как бы с ЛСП не сложилось, мне кажется. Поэтому безумие не состоялось в моей голове. Я так же, как и раньше, мне так же, как и раньше, не очень-то зашло. Вот так. И все-таки, мне кажется, Оксимирону больше идет читать что-нибудь не про большую светлую любовь, ну или то, что у него там было, а на более серьезные темы. Ну, а ЛСП это его, хотя не зашло.